Блин, а у меня все герои скинулись. Придется заново начинать. Солдата. Тебя сохранение тебе нужно теперь. Да ладно. Сейчас сзади расходим, что-нибудь выбью себе. Нам всего лишь третий уровень так, пройти я надо. Я просто уже не помню. Кто, чего, зачем, почему. Я видел сегодня, чувак играл на охотнике, блин, такой прикольный перс. Может бежать в обратно, а стрелять, да, что вперед. Он, ну, он с луком типа бегает, стреляет. Нет, у меня он еще не открыт, кстати. Да? Угу. Привет, Витя, привет, Тану пишут. Здорово. Привет, привет. Получается... Вот все, два последних персонажа. А, кстати, я даже не помню, как лучник открывается. Вот, я вообще не знаю, как кто открывает. Не, я знаю, там несколько, сколько-то побед надо сделать. Это наемник, по-моему, открывается. Или... Или команда. А, подождите, погнали. Я выставлю активацию голоса. Да, давай, так, конечно. Я возьму, наверное. Кто-то был такой весь... Товарищ. Шахтер, это, конечно, жесткая тема. Да. Личник у меня. Так, там сверху, смотри, что. Да, замечательно все, но вот единственное... Раздобыть $25. Ну, это самое сложное, да. Так, ну... Так, я портал нашел. Будем открывать ящик? Открывай потихонечку его. Я еще один $25 нашел ящик. Бегу уже. Так, все, замечательно. Я сейчас куплю. Я включил. За активку и бегу к тебе. О, колос. Как у меня персонажа. Повреждений так мало. Ого! Что ты подорвал там чем? Да, я нашел эту, ну точнее накопил 25. Купил активку. А, это? Угу. О, бензин, это, наверное, это после убийства поджигает или это что? Это тебе, да-да-да, взрыв. А, detonate enemy on kill. Шанс взорвать врага при убийстве. Ого, это я взорвал его? Или ты все? Да, нет, это ты. Ух, нифига себе рвет, как классно. Очки. Что вот? Человечки бег. Шанс на дабл дамэдж, это тоже круто. Слушай, я просто этого персонажа очень плохо. Нет скилл. Ну ты главное не умирай. Классно, они так подрываются, подбрасываются. Я что-то первый раз такое вижу. Может, а там патч какой-нибудь выходил, нет? Честно, не знаю. Я... О, варбаннер я нашел. Мы играли последний раз. Открыл персонажи. Yeah. И все. Так, левел ап есть. Так, здесь я ящик на 50. Копилка. О, копилку куплю. Дает деньги. Так, там где-нибудь есть? Там ящик на 50, а потом этот дрон за 40 лежит. И статуя за 17. Здесь есть с этой стороны. Тут вот телепорт есть. Вверху есть ей. За 25. Мне дали какой-то баклажан. Что он так делает? А, я так понимаю, он лечит меня не в битве. Да. Угу. Ну ладно. О, деньги, деньги растут. Так. Еще есть? Оставшиеся? Еще есть деньги? Тут ящик за 50, мне 13 денег надо. Да, я сейчас прибегу. Не, я сам хочу открыть. А, ну открывай. У меня 40 денег. Захожу. 42, 43. Там последнего этого противничка. Он где-то у меня, что ли? Там, да. Упс, упал. Стоп, а где противник? Он передвигается то вверх, то вниз. Ты...
все, я открываю ящик. Слушай, может он на телепорте? О, гитара. Точнее, на этом. Воздушном элеваторе. Наверное, я вот сейчас бегу к нему. Да, вот я его нашел. Все, я его бомбанул. Анлокнули. Валим отсюда, у меня 8 долларов. Какую-то ачивку дали. Какую? У меня 84 доллара, но купить больше нечего. Так там статуя справа есть, я же говорил. Я как-то прослушал насчет статуи, я слышал. Ящик за 50 и дрон. Какой-то ты это пиксельный. Что с тобой? Ты сам такой тоже. У тебя голова 2 пикселя задевает. А у меня 4. Видишь, она у меня вытянутая. Ух, 104, нифига себе. Да, расценки, конечно. Оп, левел ап. Ух ты, ты флаг еще взял. Смотри, да. О, отлично, портал. Давай, открывай портал, сейчас я на флаге буду их валить. Тут же ящик. Потом поставлю свои. Магма. Червь. Так, я поставил вроде. Тут не особо его. Че, ты кого-то завалил, ачивку какую-то сделал. Так, мне нужна твоя. О. У меня тут. Дофига уже этих. Давай, у меня сюда. Да, давай я лучше у тебя поставил. Наручники это что дают, не помнишь? Наручники это замедление тебе. А что ты взял тогда? Я не брал. Да ты только что подбежал и взял их. Ну, видимо, случайно. Назад. И он меня кинул назад. Ух, бомбы. Где червь? Все, готов. О, гитара. Отлично, вторая гитара у меня. Логи? У меня нет логов, он только для тебя упали. Так, я... Сейчас умру, Витя. Так ты иду сюда. Чё ты вышел-то? Пока время не кончилось. Я поторопился. Ох ты ж нифига себе, я их закоротил, ты видал? Я услышал, я не видел, я услышал просто звук этот. Там чумак такой был классный. Вот они одновременно их закоротило. Церемониальный даггер. О, круто. И их одновременно закоротило всех и подорвало. Иди, тут активка есть, ведь. Где тут? Ну вот ты прыгаешь на первом этом. На который этаж-то идти? В воздушном. Где? На верхнем этаже сейчас. Я здесь нашел вкусноту. Здесь еще один варбанер есть. Сейчас пропадет. Так, ну ладно, фиг с ним. Банер нужен. Health Regeneration. Ты прыгай в дырку, да. А я тут нет дырки. Там ходишь, непонятно, все, она пропала уже. Да фиг с ней. Еще найду. Деньги надо потратить. А что делают два варбанера, ты не в курсе? Это бонусы дают. Больше, чем один варбанер? Да. Понечку увеличивает. Вот тут я две помню, статуи. Две статуи. Было, наверное. Так, мост. Просто скорость атаки была замечательная. О, очки, отлично. Да. Ты там рядом с порталом, а меня, в принципе, можно уже выпускать. Нет, я бегу вот к этому сундучку, который 104. Вот здесь, где я на самом верху по нитке подниматься, тут две статуи, которые, ну, шансом дают. Это вот как раз на тот сундук только. У меня, в общем, денег уже не осталось. Я к этой иду. К выходу. Говори я как. Я открыл. Можно? Или нельзя? Жать. Я... Вы еще в конец. Не тот сундук я нашел, почему. Так вот, 64, все замечательно прям. Все? Ух ты. Фотонный джетпэк, нифига себе, первый раз такой вижу. Че, жать? А, да, нажимай. Он открылся
за какую-то ачивку что-то нужно было сделать. Смотри, как я могу. Ух, нифига себе, классно! Но он перед... У него топливо. А это все равно прикольно, слушай. Ну, конечно. Первый раз вижу вообще. И плюс у меня еще обычный такой есть. Так, ну что, тут статуи нет. Бежим, 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 бежим. Так, у нас... Ух ты, на название кто-то смотрит? А, у меня написано, что я в Prime играю. Ну, фиг с ним. В эту игру все равно мало кто... А, ну хотя сегодня в нее Little Frag играл. Его там смотрело 2500 человек, даже больше. Как он мне рубится. Вот, активочка. О, активочка, иду, беру. Что, она из сундука просто вышла? Нет, не из сундука. Что дается? Монсы, гос... А, every enemy. У меня тут война. Денежки. Из него и выпало. Из сундука даже. Хоп-хоп-хоп-хоп. Не знаю, куда идти. Блин, их так тут... прикольно подрывает. Мне нравится. Кстати, два дрона лазерных, но цена у них... Сумасшедшая, да, я знаю. Да. 400 с лишним. Вот, я нашел гранатомет. Так, что у нас здесь? Статуя за 57. Но я не вижу. Та. О, колосс. Почему колосс вылез? Ты на... Я ни на что не нажимал. Но я сейчас его убью. Здесь отлично этот есть ступчик. Я его расстреляю вообще, как это делать. Блин, у меня так мало повреждений вообще в моей пуколке. Меня, похоже, сейчас просто убьют. Почему? О, из колосса опять бомбануло, выпало. Потому что я... Двойной бомбеж. Убрал. Терминальный кинжал. Офигеть, вообще тема. Где ты там? Я иду к тебе на помощь. Да, помощь мне тут не помешает. От мобов убегаю. Где ты? Слева где-то наверху. Ой, мне какую-то штуку дали. О, а, еще один колосс. А че их так прет-то? Ну-ка я возьму, что она делает там? Массив лич. Лич. Ну это вообще высасывать. Что-то, повреждения лич, какие-то. Что это такое страшное? Все, похоже, я не переживу. Блин, а че они такие жесткие-то? Я вот тоже не понимаю. Может, нас что-то багнуло? У меня повреждений-то толком нету, они просто неубиваемые какие-то. Еще какими-то ракетами в меня стреляют. По здоровью. Ага, жесть. Угу. И вообще нет. Кстати. Ух ты, еще один родился. Посмотрю. Что делает активка? Здоровье, да. Просто жесть. А что так сложно-то? Не знаю. Попозже давай. Просто ужас. Ты живой еще? Да, я живой, но у меня очень мало жизни. Я нашел себе закуток, стою на нем, островке таком маленьком, и регенерирую здоровье просто. Потому что не вариант. Ужас. Ужас. Витя. Я куда-то упал. Я чуть не умер, у меня 20 здоровья. Все, меня сейчас убьют. Все, я умер. Ну это бред, слушай. Ну я не знаю, что-то очень сложное случилось. И почему эти гиганты-то самонятся, я не понял. Ужас. Чё-то, видимо, мы это... Может, сложность я не так поставил? Ну, вроде, как обычно, нормал. Так ты смотри, difficulty medium стоит. Да. Должно быть все очень простое сейчас.
Бип, бип, бип. Да. Unlock. Какой-то ит. Unlockнулся. Да. Что-то какая-то беда случилась у нас с тобой. Давай попробуем еще раз. Я никогда не видел, чтобы... На медиуме меня не стояли. Нет, чтобы на медиуме, да, открывались гиганты сами по себе. При этом мы еще не активировали портал, это вообще жесть. Это ужас был. Так, ну давай я... Поползли. Слушай, начальная локация какая-то вот сейчас очень мудрёная чересчур. Да, что-то непонятное творится. Да не говори. О, я очки нашел. О, блин, а что лучше, очки или ломик? Как ты считаешь? Очки... Что? Очки либо ломик? Нет, очки тебе лучше, потому что все-таки критическое повреждение. Ну, ломик, он тоже повреждение дает хорошее. Он дает повреждение, пока у него полное здоровье у противника. Так, я портал нашел. Включаю. Ух, магма вырвана. Нашел портал. Я же сказал, нашел, включаю. Так, твой дружок оказался у меня. Воу-воу-воу-воу-воу. Червяк у меня. Ладно, я сейчас здесь так добьюсь уже, когда закончится таймер, двину. Блин, они жесткие. Чё, он к тебе ушел? Появился. О, у меня. Блин, не успел подпрыгнуть. А-а-а, мало жизни, мало жизни. Так, показываю. Один враг, червяк. А, вот он, все. Блять, ноль у него. Как это? Почему он еще живой? О. Так, я вроде добил его, тут гитара. Очень далеко не успеешь. Ну, собирай сам. Забрал. Так, я автоботов взял. Так, ну ты смотри. Может, у меня нет ничего, я уже тут оттоварился. Ну, тут вот вопрос. Взять еще одного автобота? Или? Или открыть башню с нанороботами. Ну, блин, их ловить. Давай попробую открыть башню. Где вы? О! Light mobs have a chance to drop items. Что за клевер? Не знаю. Блин, у меня теперь 31 денежка, надо что-то найти. Тут есть у меня высоко очень.
Наверняка здесь еще да, тоже есть. Не факт, что из них что-то выпадет. О, еще один этот, с ботами. Дился. О, зубик. Все, в принципе, можно прожимать. Окей. Фух. Так. Чё это ты за собой гирю какую-то таскаешь? Угу, видимо, это... учёным. Ну, его ж там из клетки освобождают, видимо, поэтому с гирей. Да. Игрокул, всем привет, тут пишут. Так, сверху здесь нету ничего. То, что обычно здесь. В левом углу. Какая-нибудь есть пакость. Та-та-та-та. Пойду на самый верх залезу, посмотрю. Плохо. Нету у тебя. Все, телепорта. В левой стороне вообще ничего нет. Ни телепорта, ни сундуков. Но у меня тут довольно много сундучков. Прочих. Так, я вижу сундук. Сладости. Два. О, ножик. Хорошо. Ой, что это? Вышел ежик из тумана. Ты что-то включил? Из кармана. Ты не нашел? Нет еще? Я еще ищу. Сверху, наверное, где-то. Так, я нашел. А, внизу? Ну давай, я иду. Да, внизу и правый угол. Ой, вот, тут висп. Появился. Виспер. Я валю отсюда. Ну их нафиг. Упс. Тихо. Я тоже валю. Блин, о, они жесткие там, а. Давай. Ух ты, здесь движуха какая классная. Расскажи мне, как ты их убиваешь? Зеленые повреждения твои? Да. Ух ты ж, что это? Ядом. Блин, лапы прямо идут. Так. О, ракетница зеленая. Правда. Я нашел необычайно ненужный талант. Спиралька, что ли? При падении, который. Ага. Да, я тоже его там находил. О, ёжкин кот, убьют же. Ой. Нашел ломик. Так, ну я двигаю к тебе, у меня не осталось уже здесь. Я тоже здесь сверху всех перекосил. Внизу они все остались. Значит, только у Виспера. Ну все, погнали, Виспера гасим. Аккуратнее, не прыгай к нему, потому что после его смерти там периодически. Сейчас повыпрыгивают с него. Ух ты, сверло. Это вот мое. Сверло бери, потому что это талант. Да, это для лучника в самый раз. Так, у тебя сколько денег? У меня 250 почти. У меня 190. Полтлета.
Но вот в левой части, где мы появились, да, там да, вообще да, ничего нет. Интересно. Не, не, нет, вот как раз в середине где-то. Здесь вот наверху я один открыл. Снизу я там подобрал ломик. Здесь вот нужно как-то перепрыгнуть и идти лететь уже. А, так значит здесь нифига нету. Там, куда ты пошел, там я вообще уже ничего нет. Открывали их там уже. Нет, я там вначале проходил, там вообще пустырь был. Ничего. Ладно, это я пошел в портал. Да. Да, 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 увы, ничего нет. Полная беда. С дропом, значит... слушай, косяк. Пока в чат гляну. Кто умеет предсказывать будущее, тут спрашивают. Нам хотят предсказать проигрыш? Даже не знаю. Так. О, подводный мир. Откроется персонаж. Давай проверим сразу. Конечно, если идем. Он даст. Доступен, недоступен, не знаю. Если он у меня открыт. Не, ну все равно он там может быть. Ну да, проверим заодно. О! Ну, что это нет, за активка? К сожалению, нет ничего. Окей. Шарик. С ракетами опять, смотри, третий уровень, и опять какая-то ерунда началась. Че это я включил? Заморозка. А что это белое какое-то? Это я заморозку включил что? Какую-то. Слушай, надо вдвоем тогда ходить. А то игра какая-то ну, да. Сумасшедшая. Фу, чуть кольцо. Ужас. Надо было мне это кольцо, видал, что оно дает? Critical шанс там повышает на один, что ли? Нет, каждый твой крит уменьшает кулдаун скиллов на один. А, ну вот это замечательно вообще. Главное бы он почаще прокал, потому что у меня главное. Очень полезное. Это. Как? У него очень большой кулдаун. Слушай, а что-то этапы как-то видоизменились с моего последнего посещения этой игры. Да я тоже давно не был здесь. Раньше вот этой надстройки не было посередине карты. Слушай, мы сейчас вот на медиуме, а уже какой-то трэш творится просто. Вот и я о том же. Заметь, очень много контейнеров. Зима, да. Слушай, замораживает противников рандомно. Чё там, даже нечего открыть? Нет, там вообще пусто. Ну, надо искать ящики, что за беда такая вообще с ящиками-то? Не знаю, я сейчас не слезу. Вот эти мужики с базуками, блин, падлы такие. Я нашел один ящик. Из меня 400 него... денег. Брокколи как? Я нашел портал. Очередная базука. Ну что с порталом? Открывать, не открывать? Открывай, наверное. Ух, колосс у меня колосс, появился. Где он появился? Я его убью. Может там пока разбираться со своим. Давай. И поскорей ко мне. В ладоши хлопает. Я его вальнул из него. О, Тесла Ган выпал. Отличная штука. Плазма чейн, точнее говоря. Обожаю вообще. В
Блин, у меня денег тонна. Я не сказал бы, что у меня тонна. У меня 700. 700. Блин, моего робота убили. Вот сейчас я на него и потрачусь. Тут какой-то ужас творится у меня. Так, я статую нашел. Что за член выпал? Так, все, я тут вроде закончил, пойду поищу, что пооткрывать. Ух ты, у тебя там. Я что-то прожал. А мне очередные. О, ящик. Give me ящик. О, бомбануло. Слушай, я же его не был, да? А. Так, ну чё, все? Погоди, надо еще врагов добить. Только здесь за ними не подняться. Никуда опять. У тебя там ящиков не было? Еще? Да, вроде. Нет. Это не место. Вот один ящик за 63, класс. И из него яйцо опять. Класс. Чё за корешок-то я прожимаю, я чё-то не пойму. Так, ну ты там на мобиков, потому принципе, что я готов. Не залезу туда. А, стоп, ещё тут есть. Так что ты... Разбираюсь. Левее и подняться наверх как-то. Ого. После портала буду ждать. Так, 5 врагов. Где еще-то враги? Враги консумир! Сейчас я вас буду тут консумирить. О, они там у нас на старте остались. Так, здесь есть цистерна за 192, и все, у меня нет столько денег, погнали. Ну я не полезу туда просто. Да. Ага, вот что это за корешок. Life on hit. Ох, магма баракс, ненавижу. Так, кстати, здесь персонаж же открывается тоже. Пойду проверить. Я сейчас сгорю, как обычно. Все как обычно. Как туда идти, ты в курсе? Персонажа здесь нет. Как ты узнал? Даже прохода к нему нет. Ага. Так, ну я... Странно, тут нет магмы. Как так нет магмы? Ну вот так вот, раньше в этом месте была бы... Слушай, ну точно взломали игру. Она вообще не такая, как была, когда мы с тобой играли. Да-да. Что это? Very hard у нас стал. Это не имею. Блин, проблема, знаешь в чем? Потому что у нас, блин, нету... Ничего вкусного. У меня из талантов вот един... Представляешь? Падает этот. Spike Strips. Да. Что мне их солить, что ли? Не, ну ты хотя бы можешь бомбить их своим весом. Так он мне не нужен абсолютно. Ну да. Я нашел и портал. Дух тебе, давай. Прожимай, да, да. Я запускаю. Ух, там баллиста. Надо идти наверх туда. Погнали, погнали, не оставайся здесь. Надо баллисту валить. Не-не-не, нормально, я тут. Ты выдержишь? Ты все измазал, можно жить. Ты что, у тебя слизь регенит жизнь, что ли? Подходи, расстреливай.
Так а баллисту что, не будем убивать? Бах! О, здесь правда нет магны. Раньше была, согласен. Он меня камушки не кидал, было бы замечательно. Талантик. Ну тут своя война. Небольшая. Там с большим разбираем. Да я вообще до него не добрался, я упал там в щель какую-то. У меня это обычно было. Я когда-нибудь иду на этом этапе и проваливаюсь в дыру. Так, ну ладно, тогда ждем еще секунду. Убиваем всех мобов и О! Война! Так, упс. Мне показывают наверху где-то еще мобов. 25 штук. Упс. Подшлепнулся. О, ёшкин кот, бомбануло. Ты сделал это. Да я его убил. С ним. Фух, слава богу. О, из него бомба вышла. Так, я лок нашел. Ну, лок он персональный, для каждого падает. Так, у меня да, 900 денег. Падает, ты заметил? Так, я нашел ящик. Год 3-4 выпало. Джетпэк выпал мне. Какая-то не очень нужная вещь. Да, обычный джетпэк. Там разгребаешь, пойду наверху, посмотри, что есть. Ух! Все-таки подрыв это классная тема. Одного убил. О, лазерный бот. Все, я беру лазерного бота. У меня 130 денег осталось. Где враги-то? Они, видать, внизу там. Да они возле телепорта там ведь остались, я просто пошел по делам своим. По делам? Куда денежку потратить. Все, я их нашел. Черт побит. Десяти. Все, теперь хватает. Зуб выпал. У тебя денег? Как, много, немного? Нет, 200. А, ну тут просто... из-за 560. Не, я тут боты купил. Да, ну все тогда. Упс. Порталу, если ты не дошел еще. Да я тут решил низ проверить, может внизу что вкусно есть. Я уже там все проверил. А, ну да, жми. Да, тут все открыто. Жми. Поехали. Блин, сложность уже инсейн, а у меня предметов нифига нету. Такая ерунда. Надеюсь, у тебя дофига предметов. Ну, как тебе сказать? Такого уровня сложности у меня их очень мало. О, что это такое? Что за... Вот чем хороша моя слизь. Это пукалки. А что она делает-то? Расскажи. Она замедляет врагов. И наносите урон им. Понятно. Как отравляет. Ясно. Так, ну здесь нам надо как можно быстрее, думаю, найти. Да, нам нужно быстрее портал найти просто. Портальчик, так, да. Тут...
Но здесь его, видимо, нет. Ой, там... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, здесь нет портала. Я тут все измаз... Изговнякал. О, баннер. Баннер. У тебя есть баннер? Не. Так. Что-то как-то не особо много денег-то дают, ты заметил? Ага. Мне вот на этот сундук не хватает чуть-чуть. Реально чуть-чуть не хватает. 40. Не. Ну чё, может? Давай добьём. Ты, или ты прыгать туда направо куда-нибудь ищи, или я даже не знаю. Так, о, левел ап. Так. О, бомбо. О, да, возьми, у меня есть такая, есть, да. У меня больше не одна. Она еще. Очень классно бомбит, реально. Давай, давай направо прыгай. Парите отсюда просто. Нафиг. Так, я тут поставил колючки. О, статуя хпшная. Урон наносит. И даже с моим дотом, который бьет 33-35, колючки наносят 76. Будете спамить колючки просто. Да почему-то они не работают. Так, я походу умер. Как это? Вот тут я застоялся там. Смотрел все на свои колючки. Так, я нашел портал. Are you ready? Давай, подходи ко мне и побежим наверх. Тут заход наверх есть. Подожди, да, я чуть АФК поставлю. Грибочки. Ты там статую, что ли, юзаешь? Блин, да нет. Не... Все, давай. Это я прожал? Нет. Блин. Свиноматка, ой, блин. Поросенок. Подстава, бежим. Ну нахрена мне эта сумка? Так, я походу все, не жилец. Я тоже походу все. Я все. Да почему ты все-то? Ух, меня зажали. Она когда рычит, блин, очень больно становится. Бегу куда-то. Ох. Блин, меня ботов всех поубивали, что ли? Все. Game over. Да. Так, мне чарактера дали нового. Какого? Ну, с ружьем, который. Щитом, ружьем. Или просто ковбой. С ружьем. Ковбой. Которым ты любишь играть. Ну да, он такой довольно веселый персонажик. Так, я думаю, кем ходить. Кто это у нас? Почему-то не подписывается, вроде. Или не под. Блин. Жестко так вдвоем-то играть. Ну, можно сходить на изи и открыть персонажа. Снайпер опять открыть, нафига. Он такой, знаешь, персонаж для какого-то большого сборища людей. Ему реально даже можно не брать апгрейд, и просто ходить и снайперки долбить постоянно и все. Какой персонаж? Снайпер. А ты не помнишь, как он открывается-то? Победить один раз. А, полностью пройти игру? Да. Ну давай пройдем на легком.
Ну, на легком это не то. Ну, я не знаю даже. Я взял суперчитерского персонажа, слизняка, заключенного, и мы все равно не осилили. Потому что мы разделялись. Думаешь? А этот что делает? Я не знаю. Ну, давай я мужика возьму с ружом. Давай я этого возьму. О, копыта. О, смотри, какой за... Ой. О, снайпер. Это снайпер. Беда. Так, динамит, смог, бомб. Так, это подкат. Лайтсон. Тут он мне не особо больно бьет. Так. Ух. А-а-а, что ж ты делаешь-то? Что там у тебя? Да блин, подошел копыта купить и упал. Порт я сразу. О, летающая медуза. Слушай, вот этому чуваку с ружьем нужно пирсинг очень сильно. Бьют просто уже тут, видите. Ой-ой-ой. Я все. Как отыграл. Уже. Снайпер. Быстро ты. Пока разобрался, как у него работают скиллы. Меня убили. Он постоянно, видишь, шариками плюется, а у него скиллы. Перезарядка, что выстрел, нужно остановиться и стрелять. Ну эти да. Шарики меня вечно настигают. Который вот дает это. Медуза. Бластер какой. Чё-то я анлок. Вот переведи мне это слово. Я не успел, я чё-то не столько анлоков каких-то выскочило друг на друге. Я какого-то героя открыл. А, походу, я инфорсера этого открыл. Да, инфорсер открытый. А, ну потому что мы убили уже двух зверьков. Да. Нам досталась медуза. Ребята говорят, что мы раки, у нас нет тимплея. Ну, так да, конечно, ты куда-то убегаешь. Как в ПВ. А у нас извечная проблема, нет тимплея. Да-да. Так, у меня дофига денег. А, хотя нет, так уж и дофига. У тебя дофига денег, а я лежу мертвый, без един... О, я сундук нашел внизу. Блин, зима опять. Так, ну мне 50 денег. Мне надо что-нибудь найти и... Кстати, скажи, где там этот портал? Дай наводку. А, возле па... 50. О, неплохо. Вот я под ноль сыграл. Два красных артефакта вынес, и одни копыта. Мужику с ружьем копыт, конечно, очень классно идут. Шевелись давай. А, да я просто на... Смотрю, там задержка вся. Я налево. Ушел. Ой, слушай, тут замечательные вещи валяются.
Я спускаюсь по водопаду. И есть... Блин, сундук на 59. Блин, вот это вообще проблема. Варбаннер нашел. За 50 продается. Это я выстрелил сейчас. Погоди, не смеши. Мобика сдуло просто. Вот это, говорит, я выстрелил. Так. Ну там реально мой повесил и зарядил прям по нему так мощно. И понял, какой по нему урон прошел. Но он сразу скопытился. Чё-то странно, я из ружья стрелял в одну сторону. Слушай, я не знаю, я хожу тут, во-первых, у меня нет мобиков. Надо искать этот портал. Я понизу прошел, здесь портала нету. А ты? Да, замечательно. Ты тоже не нашел портал? Нет. Я шлепнулся. Он, скорее всего, на втором уровне. Там статуя какая-то клевая. Тут очень нужно. Много клевых штучек лежало. Класс, я убил мобика, а этот мне в спину в этот момент заходил, оказывается. Больно, блин. Ай! Шлёпнулся. Ага. Ой, я умер. Зачем? Ну, на меня напал гриб, я его убил, а из него обычно, ну как, останки какие-то панические мины какие-то нашел. Да. А я стоял, взглядывал сундучок, смотрел, что там упало из него. Умер. Да, а где все-таки? Где все-таки портал-то? Блин, я сейчас все здоровье пропрыгаю. Портал, я так понимаю, где-то в левой части, наверное. Потому что справа мы все облазим. О, вот тут ящик вроде какой-то как лежит. Старый ящик. Шанс испугать врага. Да, что-то не пошла игра. Ну еще. Который ты ящик-то подобрал. И вот здесь вот я умер. Вон мой труп, наверное, лежит. Слушай, ты задержку на стриме ставил? Нет. Наверное, вот сюда, на самый верх, надо идти. И здесь нету. Что? А, во, нашел. Жесть, как его запрятало-то. Stay alive. Это они хорошо сказали. А-а-а! Что это? Не, ну тебе повезло все-таки с боссом. Был бы какой-нибудь червяк, было бы похуже. Ой, беги от этих грибочков. Зима, чуваки! Ух ты! Ой-ой-ой, сколько их тут? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, убивают. Ну а что ты в инвиз-то не уходишь? Так он редкий.
Вот снайпер тут еще какие-то. Там главное постоянно перезаряжать таланты это. Вовремя использовать. Добивающий выстрел. Откатывает инвиз и все. Мимо. О, куда я стреляю вообще? О, грипп, привет. О, логи какие-то выпали. Кого-нибудь я расстреливаю? За 40 логов открывается какой-то персонаж. О, я виспа убиваю. Хо-хо-хо-хо. Ух, из него жареный кусок мяса. Смотри, что-то из него хорошее упало. Желтенькое и красненькое еще одновременно. После получения повреждения отражает все атаки на 4 секунды. Это больше для танка. Ну да, для инфорсера какого-нибудь. Или для этого слизни и заключенного рецидивиста. Не, враги-то. Дал я мины, откладываю. О-о-о-о. Видал. Грибочек. Да, вот здесь еще дальше пройдешь, еще и будет. Вот. О, еще вкуснота. Так, а что здесь вкусного? Бензин. Будет. Пусть адское бензин. Пламя. Пусть будет бензин. О, копыта. Это я хорошо взял. Ух ты, классно. Слушай, ну наконец-то да у меня упало. Предметы начало начали выпадать. Ускорение плюс клыки. Сейчас вот здесь вот еще было прикольно, что-то я видел. Да у меня мины высираются. Сами по себе. Да, с какого перепуга? А это я предмет такой взял. Не помню, какой. О, вот, что вот за... он, вот она и есть. Панические мины, когда мало здоровья. Да, это новый какой-то талант. О, смотри. Барбаня. Вот, ты будешь тащить теперь в одного. Буду отсираться. Да-да-да, я буду каждые 5 минут умирать, а ты будешь ждать. Не, теперь мы по разные там, в разные стороны не пойдем. Я буду с тобой бегать. И периодически там постреливать иногда. Может, меня одного просто съедают, сжирают. Где враги? Вот здесь, по-моему, на втором этаже должны быть. Я не знаю, у тебя стрелка еще. Да вот она крутит куда-то. Ни стрелка, ничего. Ни таланты твои. Вон они. Да, нашел. Ну и вроде последний как. Нет, еще один. Слушай, я вот сейчас от тебя смотрю, у меня видно, как лежит мой труп, у него перезарядка такая двигается. Блин, вот его занесло, а? До одного. А там же статуя вроде за здоровье, которая. Где? Вот здесь вот. А, ты ее уже использовал все? Нет, я ее не трогал вообще. Может, это ты? А, она после активации портала... пропадают эти статуи. А, типа, чтобы не хитрили, да? Тоже верно. Чтоб не стояли полчаса там. Не собирали. Там же, по-моему, без... Не, ну она тоже у нее... Там 99%, наверное. Да. Вот, ты сейчас проходишь над моим трупом, у меня такой курсорчик двигается. О, блин, 99 ящик стоит, а у меня 81. Но у меня 381. Ну, встань, давай, нажми. Воскресни, да? Восстань. Сколько мы времени потеряли, а? Жесть, уже хард. Это второй уровень, походу мы его не пройдем. Наконец-то. Не прошло и 3 лет, как говорится. Так, все. Так, о, пошли. Пор перезарядка сразу. Так, я с тобой бегаю.
Что-то здесь нету этого. За мной какой-то дяденька гонит. Так, здесь тупик, все. Возвращаемся. Так, подожди, дяденьки за тобой бегут. А я заряжаю. За тобой теперь. Танкуй. Танкуй, танкуй. И где? Что? Да я непонятно куда выстрелил. Блин, я пока заряжаю, они все. Ты пока, блин, стрелишь, они уже все. Да. Ну, этот ящик за 85 нашел. Мне сердце упало. Слушай, меня креветки замедляют какие-то. Блин, тут это Spike Strip. Ты идешь ко мне или нет? Да я не могу креветку убить. Блин, они опять отрезали. Я портал ищу. Так, я... Эй, что это такое? О-о-о. Ну, как обычно, я умер. Да ладно! Да. Да блин. Лучше бы ты портал нашел. Кстати, а ты поднимался до конца в правый угол? Смотрел, нет там героя нового? Ну мы же там стартанули. Сразу, да? В правом углу оказались. Я не помню. Слушай, я что-то не нашел портал. Я обошел вокруг. Вот он. Ты умер рядом с порталом. Видишь, там трупик летает. О, имп. Упс. А чё он свалился-то? Я так долго буду убивать. Тихо-тихо-тихо-тихо, зима! Ух, тут вообще движуха. Ха-ха, что-то рвется. Прикольно так это... Меня уже тошнить начинает бить. Погоди, я бомбой попадаю или нет, я не пойму. О, левел ап, смотри. Я теперь буду чаще попадать. Я залетаю, обновляю. Прикольно так, слушай. А чё, классный мужик-то, у него хотя бы повреждения растут с ружья. А то как да, это солдат он веселый. Как-то стреляет все время. Одним количеством повреждений. А мой труп так и прыгает здесь. Вот, меня, кстати, вот эту вот улитку. Ну я вижу, ты её в цель выбрал. А она тебя изнасиловала. Натягивал тетиву. Она... Так. Качурился. Так. 600 денег. Оп, ящик. О, балалайка, отлично. Электрический инструмент. Перфоратор. Так, там еще где-то должны быть сундуки, я помню. Вот он. Замедло, да? Давай возьмем, прикольная штука.
Враги, 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 где вы, где вы, где вы? Так, вот еще улитка. Почему я их улитками называю, не понимаю. О, нет, блин! Ну а на что они? По мне. О, кстати, улитки. Смотри, веревку здесь сделали. Раньше ее не было. Нет. Нет, была. Не было. Надо было раньше обходить туда, через право. Потому что я здесь неоднократно падал. Я знаю, она там есть. Что это за... Вот ты что, прикалываешься? Классная статуя тебе. Я ачивку получил зато. Невезучий срань называется. О, опять корешок. Не, у меня грибок есть. Ну все, ладно. Фиг с ним, денег не осталось. А, стоп, подожди, враги еще где-то. Хорош тут скакать. Чё тебя прыгает тут? В пустом месте, главное. Где-то еще два врага. О, да я тут еще сейчас... Поиграем на гитаре. Ну, хватит, а, не хватит. Ты уровень сложности видел уже? Very hard. Very, very. Ну что, у меня варбаннер есть. Ну если бы ты не умирал каждый раз. А у меня одно сердечко, понимаешь, да? Чем это чревато. Да. Так, надо бы до конца влево, конечно, тут сходить. Здесь ящик на 230. Кто такой? Хорошо там разбираться с ними, погнали. Нам надо найти портал. Убить птичку занимает полчаса. Да бросай ты этого долбанного снайпера. Так, как его бросишь? Я его не брошу, потому что он хороший. Ой, боже мой. Я пополз отсюда, короче. Натянул? Да, класс, вовремя я натянул. Когда я убил уже. Да. О, лок выпал. Губ. Вау, блин, нихрена себе десант совершил. Это треснулась большая. Что случилось? Фиговина. Я обещал не орать, сори. Ты где? Я разве орал? Я тебя потерял. Я провалился на дно. И здесь тупик. Полный. Полный. А, лучше бы здесь еще одну нитку подняли, сделали бы, а? Слушай, у меня желтый человечек. Как-то. Справишься? О, я опять начал мины откладывать. Такая поддержка сзади идет у меня. О! А чё это? Чё это он? Понятно. Сложность инсейн стала. Ого. Видел, как я ему... Молодцом. Ну забирай, мне-то зачем? Ты видел, да, как я ему сандалил? Да. Знатно. Замечательно ему прилетел. Ай, спасите. Ух! Пошли искать портал. Пойдем. Я чувствую, мы все равно не дойдем здесь. Ну, дайте.
Ну вот, пройдем ли мы его? Опять. Так, я думаю, нам придется прыгать. Нашел? Смотри. Активку. Я нашел. Запускать. Поздно. Еще один. Ух. Опс, я сдох. Ты живой? Нет. Все. Нет? Нет, я сдох. Ну, мне что-то подорвало на чем-то. Поиграли. Давай, сдавайся. Бери другого. Полу, видел, как я умею. Тут ты вообще монстр. Так, все, я застрял где-то. Недолго ты жив. Я прилип к этой розовой ерунде. О, у меня какой-то мешок золота открылся. Меня запинали. Да. А что это меня сразу выкинуло?